Всем привет! Жареную картошечку любят все, но, к сожалению, не всегда она получается идеальной. Финальный результат зависит от многих факторов, о которых я расскажу в процессе приготовления. Для меня идеальная жареная картошка выглядит именно вот так, слегка томленная внутри с аппетитной корочкой. Я покажу вам, как я ее готовлю и расскажу о некоторых нюансах. Картофель нарезаю толстыми брусочками, шириной около 6 мм. Картофель промываю под холодной водой от излишек крахмала. Крахмал придает картофелю рассыпчатость, которая при жарке мне не нужна. Можно промыть его просто под краном через дуршлаг. Теперь картофель я промокну полотенцем и обсушу. Он должен быть сухой. Жарить картошку я буду с кусочком сала. Есть у меня вот такой кусочек, я его тоже нарежу толстым брусочком. В процессе жарки сало буквально вытопится и уменьшится в размере. Очень важный фактор – это сковорода. Я жарю картофель только на чугунной сковороде с толстыми высокими бортами. Ставлю самый сильный нагрев, у меня это режим шестерка. Наливаю масло, чтобы оно полностью покрыло дно. После того, как вытопится сало, у меня добавится еще немного жира. Если жарите без сала, наливайте масло где-то 7 мм. Выкладываю сало и быстро его обжариваю. Жира у меня стало уже больше, я выкладываю теперь картофель. Один раз перемешиваю для того, чтобы поднять сало со дна. Сразу же солю, но немного, так как сало у меня уже соленое. Напоминаю, что у меня сильный нагрев конфорки. Я жарю картофель на этом нагреве минуты 3-4, не мешая. И вот через 3 минуты у меня образовалась корочка. Один раз перемешиваю тонкой лопаткой. Возьмите тонкую лопатку, чтобы не поломать и не тискать картофель при перемешивании. Убавляю нагрев конфорки до 4, то есть примерно наполовину. И перемешиваю только тогда, когда я вижу, что снова образовалась корочка, примерно каждые 3 минуты. Очень важно не класть слишком много картофеля, потому что он начнет больше тушиться, а не жариться. И при перемешивании весь слипнется и не будет раздельных кусочков. Чугунная сковорода идеально подходит для приготовления жареной картошки. Это очень долговечная и удобная посуда. Не зря у наших бабушек всегда было все так вкусно. Прошло 15 минут, картофель у меня готов, и я выкладываю его на салфетку, чтобы впитался лишний жир. После чего картофель можно подавать. Надеюсь, мой способ вам поможет в этой битве по достижению идеальной жареной картошки. Всем удачи, подписывайтесь на канал, смотрите другие вкусные рецепты. Пока-пока!